Седьмой класс, 11 серия. Решение задач. Задача первая. Решите уравнение с неизвестным x и параметром a. Если параметр a принимает значение, отличное от нуля, то уравнение имеет единственный корень. X равен 3 делить на 8a. Это если а не равно нулю. Уравнение имеет единственный корень. А если а равно нулю, решения нет, потому что значение произведения слева будет равно нулю, а справа 3. Неверное равенство. Решений нет. Итак, если а не равно нулю, единственный корень, x равен 3 разделить на 8а. А если а равно нулю, решений нет. Задача вторая. Длины всех сторон треугольника в сантиметрах выражаются целыми числами. Одна сторона 1 сантиметр, другая 5 сантиметров. Надо найти периметр этого треугольника. Так, какой может быть длина третьей стороны? Это целое число в сантиметрах. Вот надо рассмотреть варианты возможные. Там 1 сантиметр, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С учетом неравенства треугольника. Неравенство треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. И получается, что единственный возможный вариант для третьей стороны – 5 сантиметров. Никакое другое значение не подходит. Так, итак, стороны треугольника 1, 5, 5, периметр этого треугольника, сумма длин всех сторон – 11 сантиметров. Задача третья. Можно ли разбить пятиугольник двумя прямыми на два треугольника и четырехугольник? Да, можно. Один из возможных вариантов показан на рисунке. Вот два треугольника, показаны вот вершины этих треугольников. И, кроме того, еще один четырехугольник. Вот синим цветом показываю вершины четырехугольника. Значит, ответ – да, можно. Задача четвертая. Можно ли с помощью сосудов 5 литров и 7 литров налить из водопроводного крана в 7-литровый сосуд 3 литра воды? Воду можно вливать в раковину. Да, такой вариант возможен. Можно налить 3 литра. Так, решение можно записать вот таким образом. Сначала наливаем в 5-литровый 5 литров, 7-литровый пока пустой. Затем переливаем 5 литров в 7-литровый. Затем в 5-литровый опять наливаем 5 литров. Получается, что 5 литров в 5-литровом и 5 литров в 7-литровом. Теперь в 7-литровый наливаем еще 2. Тогда в 5-литровом останется 3 литра. Затем воду из 7-литрового надо вылить в раковину. Так, в 5-литровом 3, 7-литровый пустой. Ну, а затем надо перелить 3 литра из 5-литрового в 7-литровый. Значит, вопрос, можно ли? Ответ – да, можно. Задача пятая. Сколько квадратов можно найти на картинке? На картинке есть квадраты, которые состоят из одной части. Будет 10 таких квадратов. Показываю внутреннюю область каждого из них. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Итак, 10 квадратов, которые состоят из одной части. Есть квадраты, которые состоят из четырех частей. Вот один такой квадрат, это его 4 части, еще один и
третий такой квадрат. Итак, три квадрата, которые состоят из четырех частей. И кроме того, один квадрат состоит из 10 частей. Вот я показываю вершины этого квадрата и теперь 10 его частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, сколько же всего квадратов можно найти на картинке? 10, которые состоят из одной части, 3, которые состоят из четырех частей, и один квадрат, который состоит из 10 частей. А всего 14 квадратов. Ответ 14.